Здравствуйте, с Новым годом, с наступающим. Сегодня 31 декабря, и я решила сделать такой вот десерт. Вот у меня яблоки, формочка, нужны яблочки вот так вот, чтобы они расположились, сахар, у меня сахар вот тут 125 граммов, сливочное масло и замороженное, я взяла уже готовое слоеное тесто. Тесто для того, чтобы покрыть сверху наш пирог. Называется он тартар, пирог перевертыш. И у него есть очень интересная история. Это когда в кондитерской две сестры, вот одна как бы забыла, что нужно было тесто положить снизу формочки. И она положила яблоки, сверху она положила слоеное тесто и запекла. И вот такой вот пирог стал очень популярный, всем очень понравился. И я решила тоже сделать. Это достаточно легкий пирог, легкий в исполнении. Вот я думаю, что будет кушаться легко. Вот попробую. Начнем. Нужно почистить яблочки. Потом эти яблоки нужно будет сделать, приготовить в сиропе сахарном. Это я сделаю, покажу. И уже будет дальше выпекаться. А тесто у меня пока размораживается. Ну что, вот яблоки почищены. Вот такими вот на 4 части дольчиками вот так. И сейчас буду готовить сироп. И в этом сиропе будут готовятся наши яблочки. Тем временем я сделала картофельное пюре из оставшегося слоеного теста. Я сделаю такие вот пирожочки. Дальше мы берем вот сливочное масло и его растапливаем. Вот мы его растапливаем. Когда масло растопится, туда сахар. Мы сделаем такую мягкую сливочную карамель. Я покажу про сахар потом. Ну вот засыпала сахар. И вот теперь сахар должен провариться в мягкую карамельку. Вот так он должен раствориться. Мы сделаем мягкую карамель. И потом, когда он начнет уже булечки пускать, мы закинем, заложим сюда яблоки, чтобы они сварились вот в этой карамельке. Карамель заподозрелась, все, разложила яблочки, и вот сейчас они будут готовиться в этой карамели. Вот я закрыла крышечкой, и вот так они на медленном огне минут 20 будут томиться, пока они приготовятся. Пока яблоки не станут такими прозрачными, то есть готовыми уже, насыщенными сиропом. То прошло 20 минут, вот у меня тут вот яблочки, я еще не... была закрытая крышка. Сейчас я крышку открыла, и они еще минут 15 у меня тут в этом сиропе побудут. И потом я уже буду закладывать в пирог, в формочку. Яблоки у меня уже почти готовы. Вот тесто у меня размораживается до конца. И я вот возьму сейчас вот масло сливочное и хорошенечко смажу формочку. Сливочное масло, так вот формочку хорошенько. Так вот, и сюда уже будем закладывать яблочки. Вот в эту формочку. Просто хорошенечко смажем. Все. Формочка. Ну, вот так вот уложены яблочки. Здесь у нас еще и остался необыкновенно вкусный яблочный сироп. Яблоки, запах такой стоит, просто необыкновенный. Ну что, вот так вот тесто я подогнула. Вот, проткнула вилочкой, чтобы оно могло дышать. Вот, и духовка разогрета. И туда в духовку сейчас я уже и поставлю. Посмотрим на получается. Ну вот, пирог испекся. Я выключила духовку, и он еще 5 минут был в духовке просто
без, теперь мне нужно, да, без огня. И теперь мне нужно его перевернуть. Я его переверну и покажу. Ну что, вот пирог готов. Ребята, вкуснота необыкновенная просто. А запах совершенно невозможно. Вот. Такой невозможно передать. Запах вообще потрясающий, яблок. Приятного аппетита и с Новым годом!